фуагра. Боже, это ни с чем не сравнимо. Может, я быдлан, конечно. Здрасте, друзья. Тупенький четвержок у нас на дворе. Канал «Завали едальник». Меня зовут Василий. И сегодня мы едим фуагра. Есть у меня вот баночка. Она, правда, чуть-чуть просроченная, но на буквально 3-4 месяца. Это не страшно, я думаю, потому что консервы все-таки... Что такое фуагра? Это печень гуся, который подвергался некоторым принудительным процедурам в виде кормления, ограничения движений. Она у него становится большой, и подлые насильственные французы режут его, извлекают из этого печень и делают свой деликатес. Что я знаю о фуагра, кроме того, что это гуси и что их кормят? Ничего, я ел его вот буквально в гомеопатической порции один раз на суши, ни хрена не понял. Сейчас узнаем более подробно. Эта банка не французская, она привезена мне одним хорошим человеком из Мадагаскара. Если вы скажете, что, блин, где Мадагаскар, а где фуагра, ну вообще Мадагаскар — это бывшая французская колония, и Мадагаскар — одна из, по-моему, 3 или 4 стран на Земле, которым разрешено использовать товарный знак фуагра. Вообще фуагра изобрели не французы, а древние египтяне, которые заметили, что когда гуси летят уже откормленные на зимовку, их в это время надо херачить, потому что именно в это время у них такая жирная отъетая печеночка в их гусиной туше. Ладно, что рассусоливать, давайте откроем, посмотрим, что внутри. Ну? Человек пытается выловить. Да что ж ты такая? Эй. Оп. Ну и вот она, фуагра. Из-за камеры говорят, что она похожа на вид на кошачий корм. От себя добавлю, что и на запах она похожа на кошачий корм. Это 130 граммов. Видите, это не паштет, не ничего. Это просто вот куски печени, которые упакованы в банку. Сейчас мы попробуем... Что это такое? Если я что-то делаю неправильно, фуагра едят совсем по-другому, напишите в комментарии. Потому что я с фуагра вообще не сталкивался. Есть привкус манго. Знаете, я бы не сказал, что я понимаю, из-за чего весь сыр-бор. Ну да, это вкусно. Знаете, от печенки здесь вообще ничего нет. Я не чувствую никакой печени. Это такая странная масса. Каким-то своим вкусом. В общем, не могу ни с чем это сравнить. Наверное, это так, наверное, и задумывается, что это ни с чем не сравнимо. Но это не так ни с чем не сравнимо, что «Боже, это ни с чем не сравнимо! Я никогда не ела такой охерительной штуки! И я буду охотиться за этим теперь, мечтать, и оно будет являться мне во снах?» Нет. Может, я быдлан, конечно. Но на мой личный вкус хороший паштет из куриной печени вкуснее. Вот это лично мое мнение. Если вы пробовали фуагра и что-то в этом понимаете, пишите, где я ошибся, где я дебил, что я не так понял в этом замечательном продукте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я думаю, что мы... У меня еще банка есть, если что. Устроим какую-нибудь супер вечеринку с дорогущими когда-нибудь продуктами. Может, на 10 тысяч подписчиков, допустим. А хороший повод, почему нет? Пока вот так, тупой четверг, всех люблю, кроме некоторых, ставьте лайки, пока.